Всем доброе утро. И я варю кашу сегодня. С утра кашу варю вот такую вот попробую. Помните, я вам рассказывала, две пачечки брала, разные вкусы. Вот решила попробовать. Так, здесь у меня водичка и молочко. Все, она такая густая, слушайте, получается. Прям все закипело. Сейчас добавлю масло и все. Каша у нас готова. Сейчас Гошу буду кормить уже. А старшие детишки еще спят у меня. Саша сегодня на работе. Вот, так что вот так. Так, масло добавила. Все, сейчас размешаем. И каша у нас уже готова. Маша любит такую кашу. Ваня, не знаю, будет есть такую кашу или нет. А вот Гоша, Маша, я, мы, конечно же, обязательно попробуем эту кашку. Все, пускай пока маленько постоит. Так, я уже с утра накалила сковородочку. Ну, я ее накалила как, я не знаю, возьмется или нет у меня вот это средство. Я ее прям просто под горячей водой подержала и побрызгала. Сейчас я посмотрю, у меня где-то там вот сбоку был потек жира. Посмотрю, отойдет ли или нет. Так, ну что, отмыла я сковородку, все. Смотрите, весь жир отмылся, который у меня здесь присутствовал. Дно тоже практически все отошло. Вот, так что чистая сковородочка и замечательно. Так, ну что, я здесь поставила свою кастрюльку, буду сегодня готовить булгур. Попробую, никогда мы его не готовили. Но опять же, я сейчас посмотрела в интернете. Ну, принцип готовки, если его приготовить с мясом, это как вот плов получается. Так что попробую, приготовлю. И потом, конечно же, скажу, понравилось или нет. Но я думаю, что не хуже риса, да? В общем, попробуем. Так, ну что, приступаю к приготовлению нашего булгура. Сейчас порежу мясо. Мясо у меня свинина. В общем, у нас сегодня на улице просто холодище. Это что-то, не знаю. Я сейчас вышла на балкон повесить белье. Прям холодно. Вот тебе и лето в Сибири. Никакого лета уже. А. Ну что, булгур будем готовить? Да. Будем попробуем. Приготовим, что получится. Как что? Булгур что? Действительно, булгур получится. А что еще, да? Да. Так, тихонько. Не уходи. Если там Никита выйдет, либо он нас позовет на площадку, то тогда пойдем. Угу. Конечно. Конечно. Конечно, конечно. Конечно, конечно. We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop. There's so much in you. This is a day we can
do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way. We can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop. The best is in you. Так, здесь 450 грамм, значит, воды нужно будет в два раза больше. А значит, воды нужно будет, ну, около литра, наверное, да, больше. Один к двум получается. Да, промывать его нужно. А сейчас я лучок приготовлю, порежу. Почищу, порежу. Лучок. Так, побольше головочку взяла. Так, а что, у меня ведро, я его запшикала. Дезинфицирую, в общем, ведерко свое мусорное. И пока... Вот таким образом буду складывать мусор. Thank you.
это все. Еще мне нужно будет чеснок почистить. Сейчас, наверное, включу чайник. Так, что-то у нас вода есть. Да, вода есть. Так, включу чайник, попью кофе, наверное, потому что я кашку поела, еще кофе не пила. А, хочу кофе попить. Ну и буду продолжать дальше готовить. Сегодня еще буду менять постели, так что оставайтесь, и будет дальше интересно. Будем стелить новую постель. Так что... Ну что, я добавила сюда томатную пасту, добавила аджику и все. А, и немножко добавила зернистой горчицы чуть-чуть. Все, у меня уже готово. Я сейчас буду отправлять булгур. Слушайте, я его замочила в водичке, он у меня прям все впитал. В общем, сейчас... буду определяться, сколько воды наливать. Так, ну что, водичкой залила. Все, сейчас еще чесночок добавлю. И пускай оно у меня готовится. Вот, ну что, я одела халат. Пойду на балкон, повешу белье тут. В общем, у нас уже успел дождь прокапать. Это вообще, я по погоде смотрела, должен быть вечером был дождь. Но он уже сейчас прошел. Вроде сейчас закончился, я сейчас пойду развешу тут мелочевку. И уже ребятишки сняли у себя постельное белье. Я уже закинула в стирку и сейчас буду снимать у себя. Буду заправлять постельное новое. Опять же повторюсь. Так что все, пошла я. Ну что, прям хорошо, дождик прошел, у меня тут белье висело. Блин. Так, ну все, вроде бы. Больше нету, сейчас буду вешать все. You love me, love me.
здесь все? Да. Ну все, бери маленький самокат этот. Идите гуляйте. Всем пока-пока. Давай. Так, ну что, я уже прибралась дома, достала дорожку, сейчас в ванне чистенькую постелю. Так, здесь у меня уже дети лежали, все помяли. Вот, ну все, вроде бы чистенько, порядок. Так, здесь тоже все прибрала, у меня еще там достирывается белье. Вот. В принципе, здесь все. Прибрались. Так. Так, ну что, на кухню у меня тут Гоша второй раз сел. Он первый раз сел, булгур полностью тарелочку скушал. Здесь что-то поколупался уже, видать, наелся второй раз. Так, это надо убрать. Ну и здесь, в принципе, тоже порядок. Сейчас это все протру. И все. Дома прибрались. И красота. Что у нас уже сегодня несколько раз шел дождик, капал. Прям не сильно, но капал просто. Вот так тучи ходят. Ой, всем холодно, как всегда у нас. Ну что, все белье повешала. Еще не все достирала, потому что опять тучи идут. И вот опять что-то подкрапывает так. В общем, пускай это все досохнет. А, и решила, наверное, я сейчас сделаю кексики. Добавлю, значит, ванильный сироп и вот ягодный сироп. Ну, то есть разные сделаю, наверное. Тесто сейчас общее сделаю, разделю его и... Или, может быть, пока нет. Наверное, все-таки разделю и будет у меня вот так вот. Попробую. Так что, кому интересно, тогда погнали. Так, рассказываю вам приготовление моих кексиков. Очень просто и очень вкусно. Для кексиков понадобится 2 яйца и 150 грамм сахара. Я их уже взбила. 150 грамм молока и 150 грамм растительного масла. И 150-200 грамм муки. Так как мука разная, да, будете сами смотреть по консистенции теста. Добавляете пол чайной ложки разрыхлителя или соды. И можно добавить ванилин, изюм, цукаты. Можно добавить все, что угодно. По вкусу все, что вам нравится. Я буду добавлять свои сиропы. Так что все, сейчас буду все соединять и далее буду дальше вам рассказывать. После того, как я добавила молоко, я взбила, и следующее я добавляю растительное масло, тоже 150 грамм, и сейчас буду взбивать. Так, ну что, вот такое у меня тесто получилось. Вы знаете, я даже добавила, наверное, грамм 300 муки, потому что что-то жидковатое мне показалось. В общем, сейчас я разделю на две части. В одну добавлю один сироп, в другую другой. И будут разные у меня вкусы. Духовка у меня уже разогревается. Так что приступаем. Так, ну что, взяла я вот свои сиропчики. И сейчас буду добавлять. Видите, ванильный у нас быстрее уходит, чем ягодка. Так что, в общем-то, сейчас будем пробовать. Все. А сюда вот этот. Так. Все закрыли. И цвет красивущий получается. Ну, здесь цвет так таково не изменится, потому что и само тесто желтоватое, и сироп желтенький. Так, все.
все, я сейчас буду формочки раскладывать уже все и отправлять в духовку. Так, ну что, вот так пока у меня получилось, еще осталось, и буду следующие партии выпекать. В общем, вот эти все у меня с ванилином, а вот эти с ягодкой. Так что сейчас отправляю в духовку минут на 30-35. В общем, по готовности буду смотреть. Наливаются формочки не полные, потому что они дадут подъем и будут такие прям пышные, должны получиться. В общем, сейчас будем пробовать. Слушайте, ну погода у нас это вообще. У нас прям сейчас шел дождик, и солнце светит, и там на полу все накапало. Ну, все. Вот он. Еще даже маленько прокапывает. Белье ему не дает никак высохнуть. Нет. Хоть досушить то, что постирала, а там уже завтра. Ой, солнце какое. Холодно. У меня Маша одела ветровку, одела кофту. И холодно на улице прям. Так. Хоть и солнышко светит. Постирала в один плед, не успела. Ну, завтра еще один постираю. Вот. У меня расцветает цветок. Сейчас вам покажу. Да, видать будет, нет. Такой вот. Смотрите, какая красота вообще. Ему, наверное, горшок, может быть, побольше нужно. Ну что, достала я свои кексики. Вот такие вот они получились. А, вот. Аромат такие прям, я не знаю. Мне Саша очень нравится, ну и ребятишкам тоже. Но Саша очень тоже любит. Там у меня еще оставалось тесто и всего 3 штучки. В общем, я их сейчас поставила, пускай допекаются и... Все, в принципе. А, здесь я все уже перемыла, вот эти все формочки, которые остались после первой партии. Сейчас все протру и уберу. И, в принципе, быстро и очень вкусно к чаю. Вот придут детишки, чай попьют. Саша сейчас с работы придет, чаек попьет, покушает, чай попьет. В общем, вот так. Что, пришли дети попить. Гоша Машу не слушает. Вообще. Маша сейчас жалуется. Не будешь слушать Машу, останешься дома. Понял меня? Понял. А там мальчик, ровесник, как я, берет, говорит, ну, своему, какому, ну, короче, мальчик меньше Гоши. Говорит, бей Гошу, бей Гошу. Ну, вот нельзя драться, вы что? Ну, я говорю, что ты его учишь? Пускай они играют. Ну, ясно. Вот. Ладно, идите еще чуть-чуть погуляйте и уже скоро домой. Угу. А я еще пойду гулять. Идите немножко еще побегайте и все. Ты же с тобой? Ну, конечно. А я с тобой буду гулять? Нет, сегодня мама, он сейчас кексики достряпывает. О. И уже скоро, уже почти 8 часов. Еще маленько погуляете и домой. Давай, кружку. Ну, все, идите. Маш, слушай, понял? Все, понял. Давайте. Маш, подожди, я тебе мусор отдам. Там мусор скопился. Так, ну что? Нужно мусорный мешок одеть. И все, посмотреть там мои кексики, что сготовились или нет. Так, ну что, белье у меня высохло. Я хочу сложить. Слава богу, что оно мне досохло, потому что на улице несколько раз дождь пытался пойти. И... Так, ну что, все белье посложила. Вот. В общем, сейчас все разложу по шифонерам. И завтра еще достираю, и все, и будет у меня все белье перестиранное.
У меня уже там дети с улицы пришли, помыла я Гошу, Маша помылась маленько и кушают, сидят. А Гоша пробовал хлебцы хоть раз? Не знаю. В общем, булгур всем зашел, в общем, всем понравился. Угу. Напоминает, как больше перловку. Напишите в комментариях, вы любите хлебцы и булгур, и кетчуп. И кетчуп. Давай. Это салат. Да, давай, кушайте, кушайте. Доедайте все. Только такой плов. Так, ну что, все, буду раскладывать все. Я только что гулял. Что ты делал там? Я упал с тренировки, когда еще дождь был. Да ты что? Аж на болячка на пальце. Иди губки умой. Чего? От каши, она вся жирная, губы. Иди помой лицо ее. Иди. Иди вытряси, иди. Нет, не можно, надо водичкой умыться, давай. Ну, ладно, буду его раскладывать, блин. Ну что, сегодня все дела у меня пришли к логическому завершению. Все. Весь день у меня был загружен, но все дела практически у меня сделаны, кроме недостиранного белья, да, еще, но это не проблема, завтра достираю. И все, на этом буду заканчивать свой влог, буду сейчас, наверное, делать вечерний уход, умывать лицо, сама под душ схожу и буду на этом с вами прощаться. Увидимся с вами уже скоро. Всем пока-пока.